В составе Совета молодых депутатов 45 парламентариев в возрасте до 36 лет из разных районов края. Молодые и активные. Они стараются дойти до сути проблем каждой территории. У каждого на местах есть свои вопросы, которые либо были уже озвучены внутри своей думы, да, либо которые не дошли, скажем так, не получили как-то толчок вверх и не услышаны были на краевом уровне. Поэтому это площадка, где мы можем свои, скажем так, пожелания, плюс это пожелания наказа депутатов, населения, вот, озвучить уже на площадке краевого уровня. К выездной работе молодые депутаты относятся со всей ответственностью. Именно здесь они могут выдвинуть проблемы своих территорий на первый план и поделиться своими идеями с коллегами. Не пропускаю ни одной встречи, потому что различные муниципалитеты по-разному работают, по-разному применяют различные инструменты в своей деятельности. Это своего рода получается обмен опытом. То есть мы приезжаем, мы чему-то учимся, мы что-то советуем, рекомендуем применять уже использованные какие-то инструменты до этого. Активность и целеустремленность молодых парламентариев в своей приветственной речи отметил председатель Думы Хасанского района Андрей Кимчук. Это люди, которые своим напором, своей энергией и своей позицией жизненной, они двигают все начинания думские вперед. Они очень активно участвуют во всех жизненных процессах. Они активно работают с людьми на территориях. И мне, честно говоря, нравится, как работают многие молодые депутаты. В третьем квартале этого года настала очередь рассмотреть проблемы Хасанского района. Для обсуждения было выбрано 4 темы, которые затрагивали проблемы ЖКХ, законодательные инициативы, инвестиционную привлекательность территории. Но особое внимание в эту сессию депутаты уделили анализу эффективности районного бюджета. Затраты и доходы проанализировали, а также разработали ряд рекомендаций для финансового благополучия территории. Уже спустя года, то есть можно уже смело говорить о том, что мы, скажем так, на слуху, да, наши советы и наши предложения доходят всегда до заксобрания. Надо, скажем так, постараться, чтобы все-таки молодые парламентарии старались избираться, вот, проходили свои выборные кампании, ну и работали, естественно, на благо жителей Приморского края. Все предложения, прозвучавшие на заседании Комитета Совета молодых депутатов Приморского края, нашли отражение в принятых решениях, которые будут доработаны и направлены в виде предложений в профильные комитеты Законодательного собрания Приморского края. Юлия Ульянова, Максим Львов, новости Славянки.